связи. Я ваш человек Блэквуд и координатор миссии. Флот и авиация союзников бесполезны, пока над островом силовое поле. Вы здесь, чтобы уничтожить генератор этого поля. Пусковая установка на 12 часов. Блэквуд доставляет войска на Марс. То, что нашли колонисты, стоило им жизни. Запас пополнен. Помните операцию в Чернобыле? Там начали добывать цезриум после того, как его запасы на этом острове закончились. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Много лет назад на этом острове, так же как в Чернобыле, произошла радиационная авария. Сейчас АЭС восстановлены и питает силовой щит вместе с пусковой установкой. Они поглотят урон со стороны противника. Я могу. Я дам ему такую нагрузку, после которой промышленный майнинг криптовалют покажется школьной арифметикой. Достигнута контрольная точка. Поэтому главное в конце не обосраться, а все остальное легко. Граната пошла! Я два шторма должны. Да нормально. Чёртов Сет, не приближайтесь к нему! Сконцентрируйте огонь! Сбивайте с ног! Добивайте в рукопашную! Один из четырех предохранителей уничтожен. Осталось три. Держитесь! Сет прервет слом генератора, как только разделается с вами. Остался последний предохранитель.
выдвигайтесь к точке эвакуации. Нода поднимется на борт корабля, мы влупим паэм. Шахнет так, что у меня на ранчо коровы досрочно отчелятся. Пошли его возьми. Угу. Раз, два. Я лево беру.
Наблюдаю запуск. Красный код. Максимальная боеготовность. Спасибо. Двери объекта открыты. Добро пожаловать в личную кузницу Оберона Уайта. Это карьерная харакири, капрал. Если из-за тебя сорвется вся операция, пойдешь под трибунал. Генерал, если операция сорвется, Блэквуд устроит мне свой трибунал. Поинтереснее вас. Конец связи. Доступа к системам наблюдения. Не благодарите. Убивайте бесшумно и исчезайте. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Флот успешно отправляет врага в ад. Весь остров поднят по тревоге. Не привлекайте к себе лишнего внимания. Не мешайте противнику ехать на бойню. Право взял. Раз, два. Че, мы шутку заберем? Выбивает ошибку при попытке открыть ее удаленно. Пересылаю код доступа. Давай я тогда вот эту, где снайпер, то я больше не знаю, где она находится. Лично, дверь открыта. Ох уж этот Блэк, вот атакует Марса, у самих двери глючит. На раз-два? Покажи. Рисунок, да? Прицел поставь. Давай, прицел. Давай я ее возьму, я знаю, где она появляется.
Вижу, вижу. Ой, я тут не знаю где. Я вижу, 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 ага, вижу. Готов. Готов. А кто на активации? Подожди. Штурм. Ну, ты ну, знаешь, давай. Где активировать? Ну, я вот эту, нацелен. Ну, ты отсчет даешь, ты начинаешь. А, да, я? На раз-два, да? Да. Раз, два. Угу, не-не. Да он поздно вообще выстрелил после счета там. Да я не попал. Ну да. Я не знаю как. Надо было показать, сказал бы, что не знаешь. Не, так я вроде нормально прям в нее стрелял. Ну да, давай. Ну да, там дым. Там вроде, чтобы дым, сейчас сразу нужно сдохнуть чуть дальше и щит принести руками. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Граната пошла! Ладно. Зачем знак тратил? Кто будет не рассаживаться? Наблюдать за вами, что на расседке по этим центрам сверху? Да я слева встану. Аберон играет по-крупному. Седы повсюду. Ими кишит весь остров. Они в летящих на Марс капсулах. Но производство седов без Седриума бессмысленно. Ну-ка, отойди оттуда. Ходи. Ну, кстати, не до конца понимаю, что там, где кто падает. Как определяют. Не, ну туда, а типа, ну на меня не падает, а как ты узнал? А, да? Понял. Все знают, что как. Подсказывайте, пожалуйста. Красным порталом не подходи, самое главное. Короче, по синей стенке бегаешь, тогда боты не выходят. Угу.
забагал. Только не у меня зажимай. Не у меня. Ну, стой, портал держи. Не, не, не туда пошел, не туда пошел. Вот тут встань, вот тут. Со всеми что-то по идее или нет? Стой. Тут. Не, зажимай типа со всеми. Нормально. Ну, просто вы не этот говорить, типа, стой тут. В другую сторону, а? В другую сторону. Нет, скажет, когда бежать. Я на контроле. К стенке сейчас здесь садись. И 90. И потом налево. Да. Лево. Побежали. Ладно, ладно, я взял. Зажимай. Ну, разворачивайся назад и беги. Заходи. Тут 4. Ну, чтоб он на ночь. Я поэтому дымки. На принт пойдете, да? Вы будете удивлены, как я и обещал. Блин, я второй раз только иду. Возьмете, конечно. Конечно, вам не сложно. Повторяю, седы управляются операторами. Убийство оператора отключает седа. Какой мне класс прибрать там? Седриум обеспечивает нейрокоммуникационное взаимодействие. 19 киллов. Я старался как мог. Хорошо. Спасибо, спасибо. Да, спасибо за игру.